Как и каждый год, Несебр отмечает свой праздник 15 августа. Но повод в этом году более чем впечатляющий. 12 веков Несебр – болгарский город. 12 веков с именем Несебр. Средневековье, традиции и современность, объединенные вместе. Приходите на праздник города. Получите удовольствие от разнообразной и интересной программы. Станьте частью исторического духа и свидетелями красивого шоу огней. Унесите с собой частичку истории, окунитесь в глубину веков, возьмите на память самые теплые, солнечные, морские эмоции. Программа в этом году обещающая разнообразна. Как вы знаете, 15 августа – праздник Пресвятой Богородицы. Для жителей Несебра этот день особенно ценен, потому что хранящиеся в местной церкви чудотворные иконы Божьей Матери столетиями охраняла и защищала город и его жителей. В церковь стекаются верующие из разных уголков Болгарии, а в последнее время из множества других православных земель, поскольку глубоко веруют, что в ночь праздника могут постичь благодать. Стигнет Божията благодат. Каждый всяка год, година, 15 августа, денят за всички города, започва с празднични звон на церковните камбани и святата литургия. Если хотите присоединиться к этому и да бъдете част от това неповторимо духовно събитие, трябва не по-късно от 8:30 часа да сте в църквата Успение Богородично, намираща се в стария град на Несебър. Нейният позлатен купол свети огрян от сутрешното слънце и много лесно сте намерите пътя до нея. Не менее волнительное присоединение к торжественному шествию, которое начинается от дверей храма и ведет к воротам города, где вы будете наблюдать поднятие национального флага и флага города. Всем известно, что жизнь нашего города неразрывно связана с морем. Местные люди говорят, что учатся плавать раньше, чем ходить. Несколько лет подряд в честь праздника проводится плавательный марафон от южного пляжа к причалу. Каждый, кто чувствует в себе силы и умеет плавать, приходите и включайтесь в соревнования. Даже если вам не хватит сил на целую дистанцию, не стесняйтесь. Возле вас будут спасательные лодки, в которых вы даже найдете воду и бутерброды. Но если выдержите до финала, вас ждут награды. Марафон начинается в 10 часов утра на южном пляже. Советую вам отлично отдохнуть между 13 и 18 часами вечера. Обязательно покушать, поскольку вечерняя программа праздника настолько захватывающая, что вы просто не попадете домой раньше полуночи. Так что запаситесь силами. Первые начинают праздновать детвора. Для них подготовлена специальная программа с 18:30 в Южном парке Несебр. Их ожидают игры, забавы и воздушные шары. Оттуда же стартует парад групп поддержки по перешейку между старым и новым городом. Не пропустите! Это зарядит вас бодрым настроением. Их динамичное выступление вы сможете посмотреть в 19:30 на площади Месамбрия в старом городе. В этом году община Несебр делает приветственный жест ко всем гостям и предлагает смастерить собственную частичку истории.
Найдите в городе мастерские, где добровольцы, работающие на празднике, помогут вам смастерить сувениры своими руками, точные копии экспонатов археологического музея. Оригиналы этих исторических предметов можно увидеть в музее старого города, если посетить его между 19 и 21 часом. Вход в музей абсолютно бесплатен. Там вам будет рассказана история о завоевании и присоединении города к болгарскому царству 12 веков назад. Сразу после этого на трех различных сценах, расположенных в трех различных частях полуострова, пройдут три совершенно различных мероприятия на любой вкус. На приморской сцене, которая находится в Северной аллее в начале перешейка, все, кто готов показать танцевальные способности, добро пожаловать, присоединяйтесь к танцевальной формации «Дюн». Время начала мероприятия 21:00. Но если вам все еще кажется очень жарко и вы не хотите динамично двигаться, все равно не пропустите мероприятие и полюбуйтесь феерией костюма, красивыми артистами и ритмичной музыкой. На сцене в амфитеатре все ценители классики приглашаются на балетный гала-вечер. Если ваш маршрут лежит в том направлении, непременно остановитесь, потому что в спектакле принимают участие прима-солисты национальной оперы и балета и солисты балета Государственной оперы «Бургас». Спектакль начинается в 21 час. Несебр не случайно город мирового культурного наследия. Хоть и объект в защиту материальных ценностей, все они созданы творческим потенциалом людей. Поэтому я верю, вы не удивитесь, если я скажу, что и сегодня Несебр – родной город талантливых людей. Тут растут много талантливых детей. Хотите убедиться в этом? Приходите в 21 час вечером перед крепостными стенами, где вам покажут свои таланты несебрские ребята, прославившие город в различных областях искусства. Чтобы убедить вас в том, что настоящие таланты, песни и музыка не имеют возраста, сразу после молодых талантов на этой же сцене начнется самое горячее и динамичное выступление вечера. Специально не скажу, что вас ждет, чтобы вы обязательно пришли и посмотрели. Скажу только одно. Группа «Акага». Я уверена, что если вы посещали несебрский праздник 15 августа, то вы согласитесь, что его кульминация – невероятный и неповторимый фейерверк, шоу огней. С каждым годом все больше очаровывает гостей праздника. В этом году вы не просто будете очарованы, вы будете ошеломлены. В первый раз вы станете участником светового лазерного шоу в сочетании с танцами и проекцией картин, воссоздающих взятие города войсками болгарского хана Крума на крепостные стены. И все это под небом с фонтаном падающих феерических звезд. Не могу дождаться. Увидимся там. Несебр, 15 августа.